В Поморье завершается акция по сбору макулатуры «Школа без отходов». Ее организатором выступило Всероссийское общество охраны природы. Инициативу поддержали почти 80 школ Архангельска и Северодвинска. Впрочем, вторсырье в пункты приема принесли не только учащиеся. Алексей Карельский с подробностями. Вот они, главные участники акции «Школа без отходов». Старые газеты, журналы и прочая макулатура. Штабелями укладывают их учащиеся почти 80 образовательных учреждений Архангельска и Северодвинска. Шестиклассница 21-й гимназии Елизавета Юдина наскребла по сусекам на 5,5 килограммов. Тем самым мы помогаем природе. Чем больше принесут макулатуры, тем меньше деревьев будут срубать. Вторсырье несут, как правило, в специальных пакетах. Более 40 тысяч таких братьев-близнецов раздал школам организатор акции «Всероссийское общество охраны природы». Поддержал экологическую инициативу и региональное отделение «Единой России». Десант единороссов выгрузил макулатуру в 21-й гимназии. Их коллеги отметились в школах Северодвинска, Новодвинска и Приморского района. Мы стремимся этими системными действиями к тому, чтобы изменился сам культурный код человека, чтобы для нас стало повседневной практикой бережное отношение к природе, сбор и утилизация того мусора, который потенциально подлежит переработке. Только вот соответствующая переработка в регионе не ведется. Собранную макулатуру отправят в Вологду. И это не единичный случай. У нас, например, в Шенкурском районе международный мастер Геревик Александр Симушин также занимается сбором вторсырья, но вывозит его в соседние регионы. То есть следующей и более сложной задачей для нас становится формирование вот своей инфраструктуры, когда мы смогли бы эту макулатуру перерабатывать у нас в регионе. И на сегодняшний день мы ведем диалог с рядом крупных наших предприятий, и они также заинтересованы. Это было бы логично, чтобы у нас в регионе на базе крупных комбинатов появились подобные цеха переработки макулатуры. Перерабатывать макулатуру можно будет опять же в бумажную упаковку, благо спрос есть. У нас есть договоренности с крупными торговыми сетями, которые будут заказывать пакеты, которые будут делаться из этой макулатуры. То есть это вот весь цикл, то есть это такой замкнутый цикл, который позволяет поэтапно отказаться от пластика, ну и сохранить еще огромное количество деревьев. Цикличной сделают и саму акцию. Вновь провести ее хотят в сентябре и далее еще несколько раз в год. Ведь сортировка мусора должна войти в привычку. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29.